Опа! Начинаем новый влог, друзья. Сегодня у нас опять хайкинг, поднимаемся в горы со всей большой командой, дружной командой. Газуют парни. Ху-ху. Это пол горы, да? Думаю, еще половинка. Я думаю, да. Поддержка последних ребят, настоящая команда. До конца. All the way. Один за всех и все за одного. Так и надо. Так и надо. Потянулись, сделали совместные фотки. И спускаемся вниз. Сейчас у нас там будет тренировка внизу. Давай, 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 газуй! Давай, 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 газуй, газуй! Молодец, красавчики! Го, 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 го! Давай, 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 полетели, полетели! Молодец, Гриша Джан. Артур, давай, давай, давай. Молодцы, молодцы, молодцы. А кто-нибудь считает? Давай, давай, давай. Давай еще, давай еще, давай, 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 еще один пойдет, еще один пойдет, давай, 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 да нормально, давай дыши, молодой конь, молодец, Артурджан. Теперь время трапезничать. Понеслась, пицца тайм. Итак, ребята, приехали, встретились, вот познакомились с Дэнни. Дэнни это... В Лос-Анджелес? Да. Это товарищ, который подогнал, грубо говоря, хату, где я сейчас проживаю. Вот, сейчас мы идем трапезничать в корейский барбекю. Korean barbecue, yeah. Pasadena. So, well, to all... На здоровье! На здоровье! Judo сила! Judo сила! Yes! Пошла жара! Ну, про работу, про нашу компанию. Что она для разделения? Ну, может, его хочешь? Шеф-повар газует. Judo сила. Judo сила. Ну что, друзья, полопали. Ребята уехали, мы остались. Тусим немного в Пасадене, в городе. Это, как было сказано, один из самых старых. Или самый старый город в Калифорнии. И еще это город студентов. Куда ни плюнь, одни студенты просто. Город кишит одними студентами. Если в Голливуде одни бомжи и больше людей не видно, то здесь улицы забиты людьми, и в основном это одна молодежь.
Pasadena, today at 10 we arrive. I have been in Pasadena for a great deal of my life. Come with me to Pasadena if we wanna have some fun. Watch the dancing señoritas in the heat of the sun. Приехали на ночевку к Саниным товарищам, друзьям. Живем в таком доме. На заднем плане бэха на месте. И посмотрите, какие виды сзади меня на горы. Просто шикардос. Смотрите, какие офигенские виды. Сейчас с Саней едем гулять в парк. И сейчас идем смотреть китайский сад. Это у нас Хантингтон ботанический сад. Да. И библиотека. В общем, первая наша локейшн, это будет китайский сад. В Китае побывали, идем в Японию. Посмотрим, кто круче. У кого круче яйца. Тулу, добро пожаловать, заходите, гости дорогие. Такос. Китос такос. Сиски. Сиски, заходите. Это по-фински. Добро пожаловать, Олег, здорово. Hello, guys. Как дела? Ребята, короче, подогнали нам хавчика с дня рождения. С корабля на бал. С бала на бал. Картошечка. Бутеры. Ты тоже так подумал? Потом. А это что, вафли, да? Это вафли. Короче, ништяк. Конфет будет сейчас большой. Вот нарядные, красивые такие. Это не про меня. Я не должен в кадр вообще попадать рядом с Александрой. Если что, это муж с женой, чтобы потом мне не писали, что за барышня, там, дай данные. Не вот эти вот, а вот эти вот. Мы же в Калифорнии. Он мой. Между двумя Сашами стою. Видел, что он сказал? У меня про он мой. Да
Олег. Он мой. Он мой? Ну ладно. Обзор на Бэху. Сейчас на магистраль, на фривей. Если что, Бэха 550 М-ка. Это 500 лошадей. Держите меня семеро, ребята. Я уже прижался. Я сейчас рыгну. Ой, бляха, муха, да ну на. В принципе, все. Быстрее же нельзя ехать. Надо тормозить. 200 было? 300 было. А какие 200? Дорогие друзья, всем добрый день. Сегодня у меня правит тренировка с Саней. Саня из Волгограда. Убиваешь хорошо? Раз, и пошел. Вот это было очень круто. Вот это было очень круто. Сейчас просто все сработало. Раз. Ничего. Раз. Нет, далеко. Далеко ушел. Резкий делай. Колющий. Ба. Бам. Чуть далеко. Жестче делай. Раз. Вот. Хорошо. Там бедро. Ничего, нормально. Нормально. Загрузи. Грудь прямая. Вот, загрузил. Подтянул. А. Вот, ты. Вот. Прям иди пробивай туда, как локомотив. Иди вперед. О! Забери руку. Ох! Хорошо. Четенько. Теперь колено. Вот, я блокирую тебя. Забирай руку. Забери руку. Вот я блокирую. О! Отлично. Забери руку. Раз, вот я блок тебе ставлю. О! Красава. Саня везет меня в какое-то мексиканское гетто. Парк какой-то мексиканский, посмотреть, как происходит там жизнь. Бьет ключом у мексов. И планирую там сходить, подстричь свою шевелюру. Немного обновить. Так что заснимем, посмотрим, как все пойдет. Мы приехали не в самый благополучный район. Как он называется, Саня? МакАртур парк. Здесь ужасный запах в метро. Вон, Саня прям уже блевать кидать. Выходим из убежища на белый свет. Но, честно говоря, мне немного стрёмно уже, потому что здесь уже менты отличаются, они в бронежилетах все. Это уже немного настораживает. Ну, тут бетоны, наркокартели, точно. Наркодилеры, да? Капец. С той стороны. Я особо тут говорить ничего не буду. Все говорит само за себя. Я просто вам не могу передать запахи, какие здесь. Запахи ужасные. Везде грязь. Какие-то палаточные вот такие. Пахнет шмалью повсюду. Такая антисанитария капитальная. Ходят какие-то странные личности непонятные. Вот смотрите, сейчас человек идет с гитарой какой-то. И такая тема здесь, короче, повсюду. Честно говоря, иду, снимаю, мне как-то даже не по себе. Это все продается, все, что там на заднем плане. Вот вся эта барахолка, вся эта накидана, это все продают. Ворованные велики, шмотки какие-то. Это все можно купить. Сначала воруется, а потом продается. Пожалуйста. О, так мы сюда зовем подстричься? Да. Круто. В таком месте колорита я еще никогда не стригся. За 10 баксов. Можете себе позволить, да? Но мне часы как надо, потому что тут явно ничего не это самое. Не, нормально. Не, я в плане того, что они не такой что они ничего тут не убирают. Не, антисанитария ты имеешь? Убирают. Не, убирают. Убирают? Угу. Стой, контент пошел.
приближаемся к конечному результату. Да, мужик могёт, молодец. Доволен? Да, молодец. Огонёк. Mucho gracias. Красота. Так, комментарии. Огонь, молодцы, мужик могёл. Сейчас я буду снимать. На скрытую камеру буду давать. А не, я туда боюсь. Это, короче, полный ковздец. Такого трэша я еще нигде не видел. Я не рискнул дальше снимать, потому что мы проходили мимо людей, которые просто продавали наркоту друг другу. Проходишь дальше, буквально делаешь два шага, и перед тобой просто колется. Газовыми горелками нагревают шприцы и просто при тебе шныряются. Но это ковздец. В центре города, посреди белого дня. И просто всем посрать, просто всем похер на это. Приехали в центр даунтаун. Здесь уже немного иные виды. Мы находимся сейчас над метро. Небоскребы. Раньше здесь было престижно жить, а сейчас люди отсюда уезжают. Из-за того, что здесь только бомжей и вся эта дичь, которая происходит вокруг. И люди состоятельные продают здесь свое жилье и уезжают нафиг отсюда. Уезжают на холму в основном. Центр Лос-Анджелеса. Жизнь кипит по середине даунтауна, грубо говоря. Виды шикарные, как будто в Нью-Йорке находимся. Тепло, жара, народ на суете на какой-то. Все куда-то спешат, бегут, а мы кайфуем. Немного трэш-контента. Здесь это повсюду, это нормально, в самом центре. Вот почему отсюда люди уезжают. Трэш-контент продолжается. Видите, у людей свои кровати. Вот так они кайфуют. Просто посреди города. Нашел где-то матрас на помойке, притащил его, кинул посреди улицы в тенечке и сладенько храпит. И все это среди частных домов. Причем не самый дешевый район. Чтоб ты понимал, тут живут в этом городе Ди Каприо, Анджелина Джоли. Класс, свобода, и никто ничего не может сделать. Молодец. Ну что, друзья, залетели на огонек. Моро. Моро. Количество якое, так не помню, ничего не яко. Дима, что там за песня уже? 3 сентября песня. Добрый вечер, побожанные сябры! Каждое видео одно и то же. Без Александра. Саша, ну можешь передавать всем привет. Передаю привет всем своим близким, родственникам, родителям. Ты должна будешь всем потом отослать это видео. Да. Дзюдо сила. Палец вверх. Олег, палец вверх. Не, вот не то. Этот. Вот этот. А я какой палец держу? Я же не Денис. Олег. Смотрите, как вытекает. Ох, мама Джан. Это хинкали с сыром. Такого у нас нет. Это что фига? Это классика. Это вот экзотически. Ну что, как? Нормально, да? Всем what's up, guys?
Мы с Саней сегодня на американском день рождения у Саниных, у Саниных друзей. Мы уже с ними знакомы, мы с ними ужинали в корейском ресторане. Это Санина одноклассница Оксана и муж Дэниел. Дочке 1 год. Вот посмотрим, как американцы празднуют день рождения на 1 годик. Конечный результат. Как все получилось? Еще не конечный. Ну, это еще не конечно, но в плане украшения. Теперь осталось дождаться гостей. Гости потихоньку подтягиваются. Пришли делать мексиканскую еду национальную. Чикен? Чикен. Чикен. Тетя кулинар. Здесь будет барбекю зона. Заходим внутрь. Гости уже подтягиваются, беременные. Девочку фотографируют. Накрываются столы. И здесь готовится уже главная зона. Александр. Готовимся. Все красиво украшено, все ништяк. Сказали, все готово. Нажарили здесь лепешек, мясо разное, начинки. Say hi. Hello. This is from my YouTube channel. Okay. Oh, well. Nice. You're like YouTuber. Mm-hmm. Пошла жара. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sharma. Happy birthday to you. So this is a special occasion. We wanted everybody that was naked to be here because this is first year anniversary for Oksana and 2 year anniversary for a company having changed. It was like giving birth. So we went from me being owner of a development company where we bought and sold and designed houses like this and sold to people where we never saw the house ever again. They're like giving birth to a baby and then giving it away. Which may happen in some countries. So, but now we have turned, since the last 2 years, into a company that keeps our creations, and we rent them out for people who are coming in not for vacation, but for staycation. We're becoming Airbnb Point 2. That means an Airbnb company that owns its own assets. And it's not for vacation. You could use it for vacation, but enjoy staying in our hard construction design places. So what we want all of you guys is to remember us, support us. We're about to go live in 2 months, and it coincides with her first birthday and our second birthday together. Joint party. Я пришли погулять по Венесу. Сзади меня это канал Венес. Красотень. Все зелено, пахнет океаном, океанский бриз в носу.
Не рискнул я идти плавать. Что-то вода реально ледяная. Как и в апреле месяце было полтора года назад, так и сейчас. Поэтому пускай местные плавают, а мы как-нибудь перебьемся. Гуляли, пришли на пирс Санта-Моники. Пойдем посмотрим, что там интересно. Знаменитый пирс Санта-Моники, который во всех практически фильмах у американцев. Знаменитое колесо обозрения. Здесь своя атмосфера, классно. Днем в Лос-Анджелесе это днем, а вечером совсем другая атмосфера. Oh yeah, do it again. Класс, чудовая сила, газую. Друзья, здесь заканчивается на этом пирсе, на пирсе Санта-Моника, самая длинная дорога в Америке. Протяженность ее 2448 миль, это в районе 4000 километров. Здесь она заканчивается. Everybody say yeah! Yeah! All right, all the way from Asia, China, wing it up. On that side, close it up, close it up, close it up. Make some noise for the Asian guy! Follow him. I'm a world famous choreographer. I follow him. All over the world. Yep. I perform with Rihanna, Madonna, and lasagna. And lasagna. Lasagna, I love it. Yeah, Mamma Mia. Here we go. Let's do this. Got everybody. It's a family show, not make the family leave.
Everybody make some noise for the sugar daddy! Yay! You get pregnant. Everybody make some noise for my friend Owen! Thank you so much. That was the end of our show. What's the best nation? Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас большой день, большой праздник. Сегодня у нас Belt Promotion будут ребят награждать новыми поясами. Готовимся, приготавливаемся. Самая большая аттестация в Америке. Идут полным ходом масштабные приготовления. Соки, лимонады, фрукты, сладости детям. Первый чемпион уже наш на месте. Это будущий олимпийский чемпион. Влад, ну-ка всем привет передай, потом посмотришь на YouTube. Красавчик. Главные атрибуты готовы сегодняшнего дня. Сегодня здесь будет много радостных, счастливых лиц. Кстати, в Америке есть промежуточный пояс, пурпурный. Он идет после синего. Идет у них синий, пурпурный, коричневый, черный. В Европе такого нет. Самое мощное кимоно со всеми логотипами Гриша Аджан. Смотрите. Alum Fight, не, погоди. Alum Fight Club. G Consta. American. Узбекистан. Mizuno. America. G Consta USA. Let's go! Вот это, кстати. Можете снять обувь и сесть сзади детей на маты. Пожалуйста, проходите, не стесняйтесь. California Golden State Championship, silver medalist, Jiu-Jitsu World Champion, President Cup Nationals, President Cup Nationals medalist. Gregorio Lumen. Дмитрий Гришин, Макдон, Дмитрий. Это серьезная тема.
заслуженно. Дзюдо сила. Все получили новые пояса, все радостные и довольные на позитиве. Красавцы! Олег, Джан, красавчик, Тима, молодцы парни. Саша, поздравляю с таким мужем. Спасибо. И с братом мужа. Приехали Гриши в гости. Да, сегодня такой день большой был. Действуем. Открываем, а здесь уже спустя час. А почему у меня опять оно не загрузилось? А у тебя сейчас загрузится, Денис. Тебе надо просто зайти в Инстаграм и нажать «Принять коллаборацию». Понял. Ну, здесь пошла жара. Как обычно. Зима, ну красавчик. Хинкали. Все на телефонах заняты. Ва, сам летел, видишь? Да, да. Собственно. Мужчины, все в сборе. Что, сауна тайм? It's sauna time, let's go! Полетели, баня тайм. Баня парит, сил ударит. Опа-опа-опа-па. Ай, хорошо. Что, мужчины? Смотрите, у меня чуть запотело. Ну, нормально все было. Пошла, братва. Олимп сила. Let's go! Арамджан, давай скорее, братиш! Давай, Дима! Красавцы! Друзья, на этой позитивной ноте мы завершаем этот выпуск! Сила! Увидимся в следующей серии! Увидимся! Счастливо! Let's go!